Новое здание суда, которое ждали полвека, открыли в Большом Болдине. Теперь правосудие будут осуществлять в современном двухэтажном здании. Там два просторных зала заседаний, конвойные помещения, архив, кабинеты для судей и даже музей, где хранятся старые документы. Также залы заседаний оснащены системами видеоконференц-связи. Ждали долго, 50 лет, потому что в течение 50 лет суд располагался фактически в старом, не отвечающем, конечно, современным требованиям здания. Вообще, надо сказать, эта работа у нас плановая ведется. Вы, наверное, знаете, в прошлом году у нас было несколько открытий зданий. В этом году у нас Большое Болдино, и постараемся мы сделать Сокольский и Борский. То есть где-то будет выборочный капитальный ремонт, где-то полный капитальный ремонт, но постоянно работа эта ведется, и здания судов приводятся в порядок.